Кажется, что вы сотрудничаете с вами, еще и Духа Председателя, Сына Святого Своего, Господа Бога. Амин. Искандан отвечает, что вы еще и Духа Председателя, Человечного и Достатка Руки, на имя Зикого Всевышнего Читания. Проводите нам на силы, на Агаси, на Сына. Сиши, Гадха, Кришна, Бога, 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 Шама, Кума, Бога, 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 Seven, five, two. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Сегодня будем читать Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 9, стих 42. Ка, ну, атра, атра, ти, ти, акила гуру, акила гуру, Бхагаван, Бхагаван, прайаса, прайаса, утарани, утарани, асья, асья, бхавасамбава, бхавасамбава, лопа, лопа, хето, хето, мудешу, мудешу, вай, вай, махатануграха, махатануграха, артабандо, артабандо, ким, ким, тена, тена, те, те, прияджанам, прияджанам, Anusevatam, Anusevatam, Na, Na, Konvatrate Kila Guru Bhagavan Prayasa, Konvatrate Kila Guru Bhagavan Prayasa, Utaranesya Bhavasambhava Lopaheto, Utaranesya Bhavasambhava Lopaheto, Mudeshuva Anugraha Artabandho Mude Shubhai Mahat Anugraha Artabandho Kim Tena Te Priyajanam Anusevatam Na Kim Tena Te Priyajanam Anusevatam Na Gonvatra Te Kila Guru Bhagavan Prayasa Gonvatra Te Kila Guru Bhagavan Prayasa Uttara
Ударанесья Баба Самбава Гопахито. Ударанесья Баба Самбава Гопахито. Удешувай Махадануграхата Бандо. Удешувай Махадануграхата Бандо. Ким тейна те прияджанан анусеватанда. Конватрате кила гуру Бхагаван праяса. Конватрате кила гуру Бхагаван праяса. Утаранесья Баба Самбава Лопахито. Утаранесья Баба Самбава Лопахито. Удешувай Махадануграха Арта Бандо. Удешувай Махадануграха Арта Бандо. Те прияджанан анусеватанда. Те прияджанан анусеватанда. Конватрате кила гуру Бхагаван праяса. Конватрате кила гуру Бхагаван праяса. Ударанесья Баба Самбава Лопахито. Ударанесья Баба Самбава Лопахито. Удешувай Махадануграха Арта Бандо. Кимтена те прияджанан анусеватанда. Конватрате кила гуру Бхагаван праяса. Конватрате кила гуру Бхагаван праяса. Утаранесья Баба Самбава Лопахито. Утаранесья Баба Самбава Лопахито. Удешувай Махадануграха Арта Бандо. Удешувай Махадануграха Арта Бандо. Интена те прияджанан анусеватанда. Ladies. Всевышнего. Арта Бандо. Арта
О друг страждущих живых существ. О друг страждущих живых существ. Ким. Что трудного? Что трудного? Тем. Тей. Твоей милости. Приаджанам. Тем, кто дорог. Анусеватам. Тем, кто постоянно служит тебе. На. Нас, занятых таким служением. О, my Lord, O Supreme Personality of Godhead, original spiritual master of the entire world, what is the difficulty for you, who manage the affairs of the universe, in delivering the fallen souls engaged in your devotional service? You are the friend of all suffering humanity, and for great personalities, it is necessary to show mercy to the foolish. Therefore, I think that you will show your causeless mercy to persons like us who engage in your service. О мой Господь, Верховная Личность Бога, о изначальный духовный учитель всего мира, что стоит тебе, повелителю Вселенной, освободить падшие души, преданно служащие тебе? Ты — друг всех страждущих, а великим личностям подобает проявлять сострадание к неразумным. Поэтому я надеюсь, что ты одаришь своей беспричинной милостью всех, кто, подобно нам, занимается служением тебе. Purport. Here the words Priya Janan Anusevatam Na indicate that the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, is very favorable to devotees who act according to the instructions of his own pure devotee. Комментарий. Слова Priya Janan Anusevatam Na указывают на то, что Господь, Верховная Личность Бога, очень благосклонен к тем, кто следует наставлениям чистого преданного. In other words, one must become the servant of the servant of the servant of the Lord. Иначе говоря, необходимо стать слугой слуги слуги Господа. If one wants to become the servant of the Lord directly, this is not as fruitful as engaging in the service of the Lord's servant. Тот, кто стремится служить самому Господу непосредственно, не получит того блага, которое доступно тому, кто служит слуге Господа. This is the direction of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who shows us the way to become Gopi Bhartak Padakamalayor Dasa Dasam Das. Этому учит Шри Чайтанья Махапрабху. Он призывает нас стать Гопи Бхартуру Падакамалайор Даса Даса Даса. Чайтанья Чаратамрита Мадхи Лила, chapter 13, text 80. Читание Чайтамрита Мадхи Лила, 13 глава, 80 стих. One should not be proud of becoming directly the servant of the Supreme Personality of Godhead. Человек не должен в гордыне своей мнить себя слугой самого Верховного Господа. Rather, one must seek a pure devotee, a servant of the Lord, and engage oneself in the service of such a servant. Вместо этого нужно найти чистого преданного, слугу Бога, и служить этому слуге. The more one becomes the servant of the servant, the more one becomes perfect in devotional service. Чем больше мы ощущаем себя слугой слуги, тем более совершенным становится наше преданное служение. This is also the injunction of Bhagavad Gita, evam parampara praptam imam raja shayamidu. One can understand the science of the Supreme Personality of Godhead simply by the parampara system. Такое же наставление есть и у Бхагавад Гиты. Вам парампара праптам имам раджа шайова ведуху. Постичь науку Верховной Личности Бога можно только по парампаре. In this regard, Srila Narottam Das Thakur says, Tandara charana sevi bhakta sanivas. Let me serve the lotus feet of the devotees of the Lord, and let me live with devotees janame janame hai e avivas. Srila Narottam Das Thakur говорит об этом так. Тандера чаранас эль бхакта саниваса. Я хочу служить лотосным стопам преданных и жить вместе с преданными. Джанами джанами хая эй абилаш. Following Narottam Das Thakur, one should aspire to be a servant of the Lord's servant, life after life. По примеру Narottama Das Thakura, мы должны стремиться жизнь за жизнью служить слуге, слуге Господа. Srila Bhaktivinoda Thakur also sings, Tumita Thakur Tomara Kura Balia Janaha Mora. O my Lord, O Vaishnava, please consider me your dog. В песне Шри Бхактивинода Тхакура есть такие слова.
Тумита Дхакура, Томара Кукура, Бали Янджана Хамори. О мой повелитель, о Вайшнав, считай меня, пожалуйста, своим преданным псом. One must become the dog of a Vaishnava, a pure devotee, for a pure devotee can deliver Krishna without difficulty. Нужно стать верной собакой чистого преданного, ибо Вайшнаву легко дать нам Кришну. Krishna se tomar Krishna dite para. Krishna is the property of his pure devotee, and if we take shelter of a pure devotee, he can deliver Krishna very easily. Кришна се тумара, Кришна дити пара, Кришна принадлежит чистому преданному. Поэтому, если мы примем покровительство чистого преданного, он даст нам Кришну. Сделать это ему совсем нетрудно. Prahlad wants to engage in the service of a devotee, and therefore he prays to Krishna, My dear Lord, kindly give me the shelter of your very dear devotee, so that I may engage in his service, and you may then be pleased. Прохлада стремится служить преданному, и потому молит Господа, «О Господь, пожалуйста, помоги мне обрести покровительство преданному, которое очень дорог Тебе, тогда я смогу служить Ему и тем самым доставить Тебе удовольствие». Мад бхакта пуджа бхядика, Шримад Бхагаватам 11.19.21, The Lord says, «Engaging in the service of my devotee is better than trying to engage in my devotional service». В Шримад Бхагаватам 11.19.21 Господь говорит, «Мад бхакта пуджа бхядика, служить моему преданному лучше, чем пытаться служить мне самому». Another significant point in this verse is that by devotional service, Prahlad Maharaj does not want to benefit alone. Другой важный момент этого стиха состоит в том, что Махараджа Прахлада, занимаясь преданным служением, желает блага не только себе. Rather, he prays to the Lord that all of us fallen souls in this material world may, by the grace of the Lord, engage in the service of His servant and thus be delivered. Он молит Господа о том, чтобы все мы, падшие обитатели материального мира, по милости Господа, стали слугами Его слуг и так обрели спасение. The grace of the Lord is not at all difficult for the Lord to bestow, and thus Prahlad Maharaj wants to save the whole world by spreading Krishna consciousness. Махараджа Прахлада знает, что Господу совсем не трудно всех одарить своей милостью, поэтому он хочет спасти весь мир, дав людям сознание Кришны. Ом агьянати мирандасья гананджана салакая чакшу уннинитам хина тасмай ши гирвей маха кам курути вачала вангум нангайате гарим якти патамахаманде ши гирвей киртанара Нама ом вишну бидая кришна пристая бутале ши мате бхакти виданта свамагити навега Намасте сарасвати деви горавани пачарави Нирвишеша шаньявари пастачаре ситаре Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srinivasini Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare одним из серии стихов, произнесенных Прахлада Махараджа. The essence of this verse is the mercy of the Lord and the kindness the Lord displays towards those who take shelter of His devotees. Суть этого стиха — это описание милости Господа и ту доброту, которую Господь проявляет на тех, кто принимает прибежище у Его преданных. Prahlad Maharaj is saying here, I think you will show your causeless mercy to persons like us who engage in your service. Прохлада Махарадж говорит здесь, что я думаю, Господь, ты прольешь свою милость на всех нас, кто занят служением твоим слугам. Prahlad Maharaj has very deep conviction of this because of his association he's had with Narada Muni.
И Прохлада Махарадж, он глубоко убежден в этом, потому что он сам получил возможность общаться с Нарадой Муни. And the point that is being made in this verse, and is definitely made by Srila Prabhupada repeatedly in the purport, is the necessity of taking shelter of the devotee in order to obtain the mercy of the Lord. И в этом стихе говорится один важный момент, и тот самый момент, когда Прабхупада повторяет снова и снова в своем комментарии о том, что просто жизненно необходимо принять прибежище у преданного Господа, чтобы получить милость Господа. In fact, previously, I can't remember which chapter it was, but when Hiranyakashipu became very angry because it appeared that Prahlad was not taught properly in school by Sandhya Marka. И в одной из предыдущих глав этой снимой песни говорится о том, что Хираньякашипу очень сильно разгневался на то, что Прохладу научили не так, как он этого хотел. When Hiranyakashipu asked Prahlad, "Tell me what it is that you learned in school?" Когда Хираньякашипу спросил Прохлада, что из лучшего из того, что ты выучил в школе? He was quite disturbed when he heard the devotional sentiments described by his son. И он был довольно обеспокоен, когда услышал о том, как его сын описал ему эмоции преданного служения. Three very well-known verses Prahlad spoke in response to Hiranyakashipu's query. И в ответ на удивленный вопрос Хиранькашипу Прохлада Махарадж произнес три очень известных стиха. The first verse was Matirna Krishne Paratakswato Dhakmi Bhopi. What is it? Vibhava Vipadeja Vihavratana Adanta Gobhya Vishitanta Manishram Punak Punaschavata Charanana. He first says that because of their uncontrolled senses, persons who are very much attached towards sense gratification, they make progress towards hellish conditions of life and repeatedly chew that which has already been chewed. Во-первых, стих он говорит о том, что люди, которые привязаны к аскетическому образу жизни, они вечно остаются в этом адском положении, и они снова и снова пережевывают то, что было уже пережевано. Their inclinations towards Krishna are never aroused either by their own efforts, by the efforts of others, or by a combination of both. И их склонность к тому, чтобы служить Кришне, не проявляется ни их собственными усилиями, ни усилиями других, ни комбинацией и того и другого. So he starts describing persons who are attached to material life. И так он начинает описывать людей, которые привязаны к материальной жизни. That persons who are very attached to material life are generally not very responsive to good instructions of others. Обычно люди, которые слишком сильно привязаны к материальной жизни, они не склонны слушать хорошие советы других. And he says that they make progress, but they make progress towards hellish conditions. И он говорит, что да, они прогрессируют, но прогрессируют не в ту сторону, прогрессируют в сторону адских условий жизни. That's their progress. Вот это их прогресс. They're going down, они спускаются все ниже. And then the next verse, he says, Nate vidu svartakatim hi vishnu. He says that persons who are very much attached to the materialistic way of life. Он говорит в следующем стихе, что те люди, которые слишком сильно привязаны к материалистическому образу жизни, and who have accepted as their leader or guru a similarly blind man who's attached to sense gratification. И те, кто выбрал своим лидером или гуру подобных себе людей, которые так же, как они, привязаны к материальной жизни. They do not understand that the goal of life is to go back home, back to Godhead, and engage in the service of the Supreme Lord. Эти люди не понимают, что конечной целью жизни является вернуться домой обратно к Богу и служить Верховному Господу. As blind man led by another blind man, и потом к тому, как один слепой ведет за собой других слепых, they miss the right path and they fall into the ditch. Они уходят из истинного пути и падают в пропасть. Similarly, materially attached men led by another materially attached man. И подобно этому, один материально привязанный человек, которого ведет за собой другой такой же привязанный человек, bound by the ropes of their fruitive labor, which are made of very, very strong cords. Они связаны веревками плодов своего тяжелого труда, и это очень прочные веревки. And therefore, because they're bound by the ropes, they're forced to engage in fruitive activities,
and experience birth, repeated birth and death and miseries of this material world. И поскольку они связаны такими веревками, они вынуждены, помимо своей воли, заниматься снова и снова кармической деятельностью и снова и снова падать в материальный мир, материальное существование. So first thing he tells his father is, this is what happens to materialistically attached people. Итак, первое, что Прохлад говорит своему отцу, это то, вот это происходит с людьми, которые привязаны к материи. Of course he's not telling his father, father, I'm telling this for your benefit, just so that you know. Конечно, он говорит это не обращаясь к моему отцу, он обращается ко всем нам также. He's telling for everybody's benefit, not just his father. Не только для своего отца, он хочет желать блага всем, всем нам. And he's explaining that, he's answering the question that Hiranyakashipu asked, where did you hear all this? How did you become like this? И отвечая на вопрос, который хочет ему задать Хиранья-Кашипу, откуда ты всего этого наслушался, где ты взял только все те вещи, которые ты мне говоришь? And then in the next verse he says, Naishamati stavada rukramangrim, spishat yanata bhagamo yanata, vahiya shampara vajo bishekam nishkinchna nam navanita yava. He says, and this is the answer, unless one smears upon his body the dust of a lotus feet of a Vaishnava who's completely free from materialistic contamination. И отвечая на этот вопрос Хиранья-Кашипу, Прохлад Махарадж произносит этот стих, где он говорит, что пока человек не нанесет на свое тело пыль лотоса стоп Вайшнава, полностью свободного от материального осквернения, one cannot become attached to the lotus feet of the Lord. Человек не сможет привязаться к лотосным стопам Господа, who's glorified for his uncommon activities. Которого прославляют за его необычайные деяния. He said, only by becoming Krishna conscious in this way. И он говорит, что только став таким образом, сознающим Кришну, and rendering service to the Lord this way, и таким образом служа Господу, can one become free from material contamination. Человек может освободиться от материального осквернения. You say, how did I get like this? And I'm telling you, the only way I got like this, and the only way anyone can get like this. И Хиранья спрашивает, откуда ты это все взял? Прохлад говорит, что откуда я это взял? И откуда каждый может это взять? Это то, что они должны получить пыль с лотосных стоп Вайшнава. So he's more or less explaining to his father how it, this is how it happens. I somehow got the dust of the lotus feet of a Vaishnava. И он объясняет отцу, как это происходит, что так или иначе я получил пыль с лотосных стоп Вайшнава. And Krishna also explains to Uddhava in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. И Кришна также объясняет Уддхаве в 11-й песне Шримад Бхагаватам. That this is the method he created for purifying the whole world. Что это тот самый метод, который сам Кришна создал, чтобы очистить весь мир. He says, by the dust of the lotus feet of my pure devotees, I desire to purify the entire material universe which is situated within me. Я хочу освободить все материальные вселенные, которые находятся во мне, пылью стоп чистого Вайшнава. And thus I follow in the footsteps of my devotees. И поэтому я сам иду за ним по его стопам. He describes who such devotees are. I follow in the footsteps of those devotees who are equally disposed towards everyone. И он описывает, каково качество такого преданного. Он говорит, что я падаю в стопы такого Вайшнава, который равно относится ко всем. Who are always filled with thoughts of me. Кто всегда наполнен мыслями обо мне. Who are always compassionate to others. И кто всегда сострадательным другим. And in this way he describes that even I follow in the footsteps of my devotees. Таким образом Господь описывает, что даже я сам следую по стопам своих чистых преданных. Because I consider their dust valuable too. Потому что я тоже считаю, что их пыль, она очень ценная. So Krishna himself gives a lot of value to dust. Тем самым сам Кришна, он очень много ценности дает какой-то там пыль. Of course, Madhavacharya in the commentary that verse, he gives another explanation. He says, what happens is that Krishna's dust manifests everywhere, and so the devotee who walks is actually walking on Krishna's dust. И Шипада Махачарья в своем комментарии дает немножко другое объяснение. Он говорит, что
пыль Кришны, пыль со стоп Кришны, она находится повсюду, и поэтому, когда преданный идет по этой пыли, на самом деле это уже пыль Кришны. But nonetheless, still the verse in of itself describes Krishna's method for purifying the material universe. Но так или иначе, это the dust of his devotees. Он описывает о том, что метод, с помощью которого Кришна хочет очистить всю вселенную, это с помощью пыли со стоп его чистых преданных. And of course, there are many examples given in the Shastra of persons who became benefited as a result of getting the dust of the devotees. И, конечно, в Шастре приводится много примеров того, тех людей, которые получили благо от пыли на столб чистых преданных. Of course, there's the story of Kalidas, who was actually the uncle of Raghunath Das Goswami. И приводится история Калидаса, который на самом деле был дядей Прабхунатхи Даса Госвами. And Kalidas used to relish not only taking the dust of his devotees, but also getting the remnants of foodstuffs of his devotees. И Калидас, он испытывал огромное счастье не просто когда он брал пыль со стоп чистых преданных, но также когда он принимал остатки пищи преданных. And it's described that because of his firm faith in the dust of the lotus feet of devotees and his firm faith in the remnants of foodstuffs of his devotees, he was actually able to obtain the lotus feet of the Lord, the dust from the lotus feet of the Lord. И описывается, что благодаря тому, что у него была твердая, непоколебимая вера в пыль столбных стоп Вайшнавов и в остатки их пищи, он смог получить пыль столбных стоп самого Верховного Господа. Because he had such firm faith in this dust. Потому что у него была такая непоколебимая вера в эту пыль. He used to go to the homes of all the Vaishnavas everywhere, and he would bring them up some food to offer, and then he would go out and he would take the remnants of their foodstuffs after they would finish eating. И что он делал? Он ходил по домам самых разных преданных, и он приносил им какую-то еду, которую они могли бы предложить. И потом он ждал, когда они поедят, и он ел остатки этой пищи. It is described that the most three powerful substances are the dust from the feet of the Vaishnava, the remnants of foodstuff, and the water that bathes the lotus feet of the Vaishnavas. И описывается, что есть три вещи, которые максимально могущественны. Первое – это пыль со стоп Вайшнава. Второе – это вода, которую омывали эти стопы. И третье – это остатки его пищи. So he would have such firm faith that everywhere he would go, he was always eager to get the remnants and the dust of Vaishnavas. И он имел такую твердую веру, что куда бы он ни приходил, он очень сильно стремился к тому, чтобы получить пыль со стоп Вайшнава и остатки его пищи. He once visited a Vaishnava's name was Jadu Thakur. Однажды он посетил Вайшнава, которого звали Джаду Такур. And Jadu Thakur was considered to be of a lower class. И с внешней точки зрения Джаду Такур принадлежал более низкой касте. But Kalidas did not consider he's a Vaishnava. Но Калидас это было все равно. Он видел то, что это Вайшнава. He brought some mangoes for Jadu Thakur for him and his wife to take. И он принес ему и его жене какие-то манго, низкая манго. When he approached Jadu Thakur, he said to Jadu Thakur, Jadu Thakur asked him, "What is it you come for?" And he said, "Actually, I come just to see you because simply by seeing you, I've become purified." И когда Джаду Такур пришел, Калидас пришел к Джаду Такуру, и Джаду Такур спросил: "А зачем ты пришел?" Он сказал, что я пришел для того, чтобы просто увидеть себя, потому что видеть себя это величайшее благо для меня. And then he said, "I want the dust from your lotus feet also, if you'll kindly give it to me." И он сказал, что я тоже хотел бы еще и взять пыли с их стоп, если ты по своей милости дашь мне эту пыль. Джаду Такур didn't think of this. He said, "No, I can't possibly give you the dust from my feet." Джаду Такур, он не хотел этого, и он сказал, что нет, как я могу тебе дать пыль с моих стоп? Это один из признаков настоящего Вайшнава, что он никогда не считает себя возвышенным и продвинутым. In fact, Prabhupada even said in the purport today, he said, "No one should ever become proud thinking that I'm a devotee of Krishna." И на самом деле в сегодняшнем комментарии Шрилупада говорит о том, что никто не должен гордиться и считать, что я уже стал преданным Кришне. So Jadu Thakur was thinking this way, "No, I can't give you the dust on my feet." И Jadu Thakur также думал, что как я могу дать себе пыль со своих стоп. And in one purport I actually have here, Prabhupada says, "A devotee on the topmost platform of devotional service
always humbly thinks that he is not rendering any devotional service. И в одном из комментариев Прабхупада говорит о том, что преданный, который находится на высшем уровне преданного служения, он считает, что я вообще не занимаюсь никаким служением Кришне. And he quotes Bhaktivinoda Thakur and Kalyana Kalpataru. И он Прабхупада приводит из Кальяна Калпатару Бхактивинода Такура. Says, if I think I'm a Vaishnava, I should look forward to receiving respect from others. И он говорит, что если я буду считать себя вайшнавом, то я неизбежно буду стремиться к тому, чтобы меня начали уважать как вайшнава. And if the desire for fame and reputation pollutes my heart, certainly I shall go to hell. Если это желание славы и репутации, она осквернит мое сердце, то, несомненно, я пойду в ад. And then Prabhupada quotes from Chaitanya Charitamrita, prema rasva bhava yaham prema rasva bandha se mane krishna mora nahi prema ganda. Whenever there is a relationship of love of Godhead, the natural symptom is that the devotee does not think himself a devotee. И дальше Прабхупада цитирует Чайтанья Чаритамриту, где говорится, что когда бы ни было проявления настоящей любви к Богу, то преданный считает, что у него нет даже запаха любви к Богу. But he always thinks that he has not even a drop of love for Krishna. Он всегда считает, что у него нет даже капли любви к Кришне. And это одна из цитат, которую тоже хочу прочитать тоже в этой связи. I read this the other day. I found this quote in Harinam Chintamani. Несколько дней назад я нашел эту удивительную цитату из Харинама Чинтамани. Where Bhaktivinoda Thakur is describing who's we're not supposed to commit offenses to sadhus, to Vaishnavas, but who's a sadhu? В которой Бхактивинода Тхакур говорит о том, что подразумевается, что мы не должны совершать оскорбление садху вайшнавам. Но кто такой садху? He says, Krishna bhakta vyatita nahika sadhu ara ami sadhu bali haya dhamma avatara. That no one is more entitled to be called a sadhu than the devotees of Krishna. Он говорит, что никто не заслуживает права называться садху в такой степени, в которой преданные Кришне. Это заслуживает преданные Кришне. But one who says, I am a sadhu. Но когда кто-то говорит, что я садху, is the personification of arrogance. Это олицетворение высокомерия. The personification of arrogance is a hypocrite. И тот, кто является олицетворением лицемерия, это просто высокомерие, он становится просто лицемером. And a braggart. И хвастуном. Or one who tries to profit from his status as a holy man to make a living. Или же тем, кто считается, кто хочет получить какое-то благо от того, что его будут считать святым человеком, и тем самым поддерживать себя. Сей бали бей амидина кришнай кашарам кришна нама яра муки саду сейджана. On the other hand, one who says, I am lowly and have no shelter other than Krishna. Но с другой стороны, человек, который считает себя очень падшим, и тем, у кого нет никакого другого прибежища, кроме Кришны, and on whose lips Krishna's name is always present. И тот, на чьих устах всегда присутствует имя Кришны, is truly the saintly person. Вот это по-настоящему святой человек. He knows himself to be lower than a blade of grass. Он знает то, что он всегда в смирении травинки, лежащей на растущей улице. He knows himself to be lower than a blade of grass. Он именно так себя считает. He doesn't just try to say, I'm lower than a blade of grass in order to get respect. He knows he's lower than a blade of grass. Он не говорит, что да, я сейчас как скажу, что я ниже соломы, лежащей на улице, меня начнут уважать. Нет, наоборот, он говорит, что я именно такой. And he tries to be as tolerant as a tree. И он пытается быть терпеливее дерева. He asks for no respect for himself while giving honor to all others. И не ждет никакого почтения к себе и готов оказать всякое уважение другим. This is a sadhu. Вот это sadhu. Sadhu is somebody who actually always feels himself completely dependent on Krishna's mercy. Sadhu – это тот, кто всегда во всех отношениях чувствует себя полностью зависимым от милости Кришны. And the mercy of the devotees. И милости преданных Кришны. He's not proud. Он не гордится. So, Jadu Thakur, when Kalidas went, can you give me some dust? And Jadu Thakur said, I'm not qualified to give you dust. И когда Калидас пришел к Джаду Такуру, попросил, дай ко мне немножко пыли из твоих стоп. И тот сказал, что кто я такой, чтобы тебе давать свою пыль? And then there was a conversation between them about the nature of
What is this dust? What is the elevated status of a devotee? И затем они начали между собой общаться, обсуждать, каково истинный смысл этой пыли, каков статус настоящего чистого преданного. It was a very pleasing conversation as they were speaking shastric references about the nature of who is a Vaishnava. И у них была очень приятная беседа, потому что они приводили цитаты из шастр, указывающие на то, кто является чистым вайшнавом. And then Jadu Thakur turned to return to his house and with mangoes that Kalidas had brought for him. И затем Джаду Такур, он пошел к себе домой с теми манго, которые ему принес Калидас. And then Kalidas, soon as Jadu Thakur turned away and walked to the house, Kalidas walked towards every footprint and picked up the dust. И когда Джаду Такур вошел в свой дом, то Калидас он просто побежал в то место, где остались отпечатки со стоп Джаду Такура, взял эту пыль и начал посыпать ее себе на голову. His faith in this dust. У него была вера в эту пыль. His firm faith in Vaishnavas. У него была твердая вера в Вайшнава. He also gave them the mangoes, and he waited for Jadu Thakur and his wife to eat the mangoes. They threw out the mango skin in the pit. He hid behind, waiting to throw it out. Then he went and took it and licked it and relished the venoms. И дальше он спрятался, и он ждал, когда Джаду Такур и его жена поедят это манго и выбросят их эту кожу и косточку. И когда они выбросили ее, он взял ее и начал есть и просто наслаждался этим. And because of his firm faith in Vaishnavas, и поскольку у него была твердая вера в Вайшнавов, he got the mercy of Lord Chaitanya. Он получил милость Господа Чайтаньи. When Lord Chaitanya was bathing his feet outside the Jagannath temple, it was well known to everybody. He told Govinda, nobody should take this water, washes my feet. И Господь Чайтанья, когда он входил в храм Джаганатхи, он омывал там в такой маленькой яме, в такой маленькой лужице свои стопы. И это было четко сказано всем, это был закон, который Господь Чайтанья сказал Говинде, что никто без исключения не может брать воду с этого места. Lord Chaitanya was taking the position of a devotee, saying, nobody should take this water. He was thinking that it's not worthy for anyone to take. Потому что Господь Чайтанья, он принял роль настоящего вайшнава, и вайшнав никогда не считает, что он достоин того, чтобы кому-то дать воду, которую мывали его стопы. Of course, sometimes the vaishnavas, they would figure out different ways to steal it. Ну, так или иначе, вайшнавы, они находили какие-то способы того, как украсть вот эту водичку. But at this particular time, when Lord Chaitanya was washing his feet, Kalidas came and he put out his palm and he collected the water and he drank it. Но в этот момент, как раз тогда, когда Господь Чайтанья омывал свои стопы прямо перед его глазами, туда подошел Калидас, он зачерпнул эту воду и начал прямо на глазах Господа Чайтанья пить эту воду. He put out his palm again. Drank it. You know, sometimes we take three drops. Three times. И как мы делаем чиман три раза, да? Он то же самое. Второй раз зачерпнул, выпил ее. Третий раз зачерпнул и опять ее выпил. And Lord Chaitanya said to Kalidas, "Okay, stop. I've given you as much as you could possibly take." Господь Чайтанья сказал Калидасу, "Хорошо, хватит. Я дал тебе столько, сколько мог тебе дать." Well, it was Lord Chaitanya, because he knew he had such firm faith, he let him take three palmfuls of water. И это был Господь Чайтанья. Он знал, что у Калидаса была такая твердая вера, поэтому он позволил ему выпить целые три пригоршни воды. And then later, when Lord Chaitanya went to take his meal, Kalidas was sitting outside. И затем, когда Господь Чайтанья пришел принимать свой прасад, Калидас сидел в сторонке. He took prasadam, and then the remnants, he said to Govinda, "Govinda, Kalidas is out there." Said it. И когда Господь Чайтанья закончил кушать прасад, он сказал, что Говинде, Говинда, смотри, вот там сидит Калидас. Калидас получил милость Господа, потому что у него была твердая вера в пыль со стоп Вайшнавов. Поэтому очень много можно говорить о пыли со стоп Вайшнавов. However, there's another very important point, and it was in relationship to the verse "Naishamati stavada urukramam green." Есть еще очень важный момент, который связан с стихом, который я процитировал: "Naishamati stavada urukramam green." And that verse,
as we said, that there's no other way, as Prahlad told his father, there's no other way that one can become free from material contamination unless one gets the dust of the Vaishnava on his body. В этом стихе Прахлад говорил своему отцу, что нет другого способа освободиться от материального осквернения, кроме как получить, нанести на свое тело пыль стоп чистых вайшнавов. But Vishwanath Chakravarti Thakur gives another explanation of what is this dust. Но Вишна Чакратагуру, он приводит другое объяснение того, что собой представляет эта пыль. In his commentary to Naishamati Stavan Urukramangrim, he says, в комментарии к этому стиху он говорит, as long as the intelligence does not accept a bath in the dust from the feet of great devotees, что пока наш разум не совершит омовение в пыли стоп чистых преданных, who have given up all material desires, которые оставили все материальные желания, bathing in his Vaishnava behavior and knowledge, омываясь в поведении этих вайшнавов и знаний, которые они дают, that intelligence will not touch the feet of the Lord. Такой разум не сможет прикоснуться к стопам Господа. He gives another example, what is the dust of a Vaishnava. Он приводит другой пример, что собой представляет эта пыль Вайшнава. He said that one should bathe his intelligence with the example and the knowledge of a Vaishnava. Он говорит, что человек должен омывать свой разум в примере из жизни Вайшнавов и их знаний, которые они дают. He says that the intelligence does not take bath in the dust, this kind of dust, from the feet of Vaishnavas. Он говорит, что если разум не омоется в такой пыли со стоп Вайшнавов, his intelligence will never be able to touch the feet of the Lord. Такой разум никогда не сможет прикоснуться к стопам Господа. There's no other way to approach the Lord except through the devotees of the Lord. Нет другого способа того, как приблизиться к Господу, кроме как через преданных Господа. Prabhupada quotes Gopi Bharata Padakamalayor Dasa 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 Anudas. Prabhupada cites the Sikula Bharata Rupada Kamalayor Dasa Dasa Anudas. This was spoken by Lord Chaitanya. То, что сказал сам Господь Чайтанья. That this is the method that if one tries to serve the Lord directly without serving the devotee and getting the dust from the devotee, he'll not be able to become free from material contamination. Он говорит, что если мы будем пытаться служить Господу непосредственно, не приняв прибежище у преданных Господа и не получив пыль с их стоп, то он никогда не сможет освободиться от материального осквернения. But today's verse specifically explains how the Lord is very much inclined to give his mercy to those who take shelter of his devotees. Но в этом стихе, который мы сегодня прочитали, говорится, что Господь, он очень хочет пролить свою милость на тех, кто принял прибежище у лотосных стоп его чистых преданных. And there is a very well-known verse, and I have to be careful. I don't want to go over. Есть один очень знаменитый стих, и я должен быть очень осторожным, чтобы не перейти лимит времени на лекцию по Шримад Бхагаватам. This is the verse from the 10th canto of the Shrimad Bhagavatam. Это стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам. And this is a very well-known verse of the prayers of the demigods. Это знаменитый стих, где переводится молитва полубогов. Where they say, "O Lord, who resembles the shining sun." Они говорят, о Господь, который подобен сияющему солнцу. You are always ready to fulfill the desire of your devotee. Ты всегда готов исполнить желание своих преданных. And therefore you are known as a desire tree. Ванча-лопа-цапру. When acharyas completely take shelter under your lotus feet. Когда ачарьи принимают полное прибежище у твоих лотосных стоп. In order to cross the fierce ocean of nations. Для того, чтобы пересечь бушующий океан материального существования, they leave behind on earth the method by which they cross. Они оставляют жителям земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан. And because you are very merciful to your other devotees, you accept this method to help them. И поскольку ты очень милостив к своим другим преданным, ты позволяешь им воспользоваться тем же самым методом и достичь той же цели. In other words, what this verse is actually saying, according to what we've spoken about so far today. Другими словами, о чем говорит этот стих в контексте того, что мы уже сказали сегодня. That if our intelligence is to become purified by taking the dust, which means the example and the knowledge which is given by pure Vaishnavas. Что если наш разум очистится благодаря тому, что он сможет принять примеры и знания, которые дают нам чистые преданные. Then such pure Vaishnavas
also leave their dust and make it accessible to others who are still here in the material world. Вот такие вайшнавы, которые смогли это сделать, они оставляли свою пыль для тех, кто еще остался в этом материальном мире, чтобы они могли тоже пересечь грань материального существования. Because Krishna is known as Kalpataru, he's like a desire tree. Потому что Кришна известен как Калпатару, древо желаний. He's already always really eager to fulfill the desires of his pure devotees. Он очень хочет исполнить желания своих чистых преданных. Therefore, he is described in this verse as Kalpataru, like a wish-fulfilling desire. Поэтому в этом стихе, который мы сейчас прочитали, его описывают как Калпатару, древо желаний. And the pure devotees, whatever method that they take to cross the ocean of material existence, the Lord accepts that method. И чистые преданные, которые принимают какой бы то ни было метод для того, чтобы пересечь океан материального существования, Кришна принимает этот метод. He accepts the method that they use to cross. But as example is given, the boat stays on this side for us to cross also. Кришна принимает тот метод, с помощью которого они смогли пересечь этот океан. Но как в этом стихе говорится, это подобно лодке. И эта лодка, она остается на том самом берегу, с которого они отправились. И Вайшнава Чакратакура в комментарии к этому стиху говорит, что когда ачарьи пересекают этот океан, они оставляют после себя движение бхакти. For the mercy, for the benefit of his other devotees who are still on this side. Это организацию для блага тех людей, которые еще остались на другом, на первом берегу этого океана материального существования. The ачарья has crossed. Кто еще не пересек, ачарьи сами пересекли этот океан. Krishna accepted their method of how they crossed. Кришна принял тот метод, с помощью которого они смогли пересечь его. They took shelter in the holy name of the Lord. Они приняли прибежище в святом имени Господа. They glorified the pastimes of the Lord. Они прославляли игры Господа. They glorified the holy name of the Lord. Они прославляли святые имена Господа. And they taught by their example how to give their lives fully in dedication to the service of the Lord. И своим примером они показали, как можно всю свою жизнь посвятить служению Господу. And they crossed. И пересекли. And the knowledge and the example is still there on this side. И знание их пример остался еще на первом берегу. That means the dust is still there to purify our intelligence. Все значит, что пыль осталась там, с помощью которой мы можем очистить наш разум. It hasn't left. It's still there. Она никуда не ушла. Она до сих пор там. It depends how much faith we have in that dust. И зависит только от того, насколько у нас есть вера в эту пыль. Look what happened to Kalidas. Посмотрите, что произошло с Калидасом. Look how much faith he had in that dust. Только посмотрите, сколько веры он имел в эту пыль. He was so eager. Where can I get that dust? Он так хотел получить эту пыль. Где ее получить? Any possible place he could find it. He was eager to take it. И где бы он не мог найти ее, он очень сильно хотел брать. Just like it states in Śrī Caitanya Charitamrita, pure devotional service cannot be had by millions of births of pious activities. Как в Читании Чаритамриты говорится, что чистое преданное служение невозможно обрести, даже занимаясь благочестивой деятельностью в течение миллионов жизней. Pure devotional service can only be obtained by those who have an intense eagerness to have it. Чистое преданное служение может получить только тот, у кого есть очень сильное желание обрести его. Whoever once sees it, they should purchase it without delay. И где бы ни видели это, нужно покупать его прямо сейчас. So Kalidas had so much faith in dust. И у Калидаса была такая вера в эту пыль. And he had so much faith in the Vaishnavas that the Lord gave His mercy to him. И такая вера в Вайшнава, что Господь пролил на него свою милость. So this is the method that the Lord has given for us to cross also. Это тот метод, который Господь дал нам, чтобы мы тоже могли пересечь этот океан. Dust is still there. Океан, пыль осталась. Prabhupada's example, Prabhupada's teachings, Prabhupada's books, the holy name, everything is still there. Пример Шрилы Прабхупады, его наставления, его книги, святое имя, все еще здесь. This is the method by which we can cross. Это тот метод, благодаря которому мы тоже можем пересечь. If we have faith. Если у нас есть вера. Firm faith. Твердая вера. Prabhupada quotes in Yasya Devi Parabhaktir, Yata Devi Tathakaro. The one who has implicit faith in the spiritual master, that for him all the imports of Vedic knowledge are automatically revealed.
Прабхупада цитирует этот стих, где говорится, что человек, у которого есть твердая вера в Господа и духовного учителя, ему автоматически открываются все сокровенные истины ведического знания. So, therefore, in so many respects, Srila Prabhupada has established in today's purport that by the mercy of Vaishnavas, we can get Krishna's mercy. Итак, во всех, с разных сторон, в сегодняшнем комментарии Шрила Прабхупада установил эту идею, этот момент, важную эту мысль, то, что мы можем обрести милость Господа, служа стопам чистым Кришна. Потому что Вайшнавы есть Кришна. Кришна сейтама, Кришна тете паро, as Bhakti Vinod Thakura says, you have Krishna, please give me. И как Бхактисиддханта Гуру поет, то, что Вайшнава, у тебя есть Кришна, пожалуйста, дай его мне. Many places in Chaitanya Bhagavata, so many examples of how Lord Chaitanya told his devotees that you have purchased me by your love. Во многих местах Чайтанья Бхагавата Господь Чайтанья говорит своим чистым преданным, что вы просто купили меня своей любовью. And because you have purchased me by your love, you can sell me anywhere you like. И так как вы купили меня своей любовью, вы можете продавать меня кому хотите. Told this to Haridas Thakur, told it to Paramananda Puri, told it to Advaita Acharya, same thing. Haridas Thakur, Paramananda Puri, Advaita Acharya, всем. Because you purchased me, you possess me. Так как вы меня купили, я у вас есть, в вашей собственности. And because you possess me, wherever you like, you can sell me to others. И так как я вам принадлежу, вы можете продавать меня куда хотите. But who will purchase? Но кто покупает? Those who have faith. Те, у кого есть вера. They have the currency to purchase. У них есть валюта, за которую можно это купить. That's the currency for purchasing. It's those who have faith in pure devotional service. Вот это деньги, валюта, за которую это можно купить, вера в чистой преданности. Those who have faith in the glorification of Krishna's pure devotees. Это могут купить те, у кого есть твердая вера в прославление чистой преданности Кришны. Those who have enough faith to go on hearing the glories of pure devotional service. Те, у кого есть вера в то, чтобы слушать о славе чистой преданности Кришны. Those who have enough faith to speak about it in response after hearing about it. Те, у кого есть твердая вера в том, чтобы повторять то, что они услышали о славе чистой преданности. Those who have enough faith to faithfully and respectfully accept that it exists. И те, у кого есть твердая вера, чтобы принять это с верой, что и с почтением, что такая вещь существует. And wherever it exists, when we see it, we should praise it. И где бы мы ни видели, что она существует, мы должны всегда прославлять это. Such is the power of pure devotional service, which Srila Prabhupada made so accessible. Таково могущество чистого преданного служения, которое Шрила Прабхупада сделал таким доступным для всех нас. Кавираджа Госвами glorifies Lord Chaitanya. He said, although the subject of bhakti is very difficult to understand, Lord Chaitanya was very merciful because he made it so easily accessible to everyone in Kali Yuga. Кришна Кавираджа Госвами прославляет Господа Чайтанью, говорит то, что хотя темы, все, что касается тем чистого преданного служения, очень трудно понять, но Господь Чайтанья, Он сделал это очень легко понимаемо, потому что Он сделал чистый бхакти доступным для всех нас. How do you make it so easily accessible? Как он сделал это так легко доступным для нас? Make it easily accessible by packaging it in a way that you really didn't know that what it was. Как это, что он просто упаковал его в такую упаковку, в которую вы даже не понимаете, что собой представляет чистые бхакти? It's not how he made it easily accessible. Нет, он не так это сделал доступным для нас. He made it easily accessible by practicing it himself. Он сделал это доступным для нас благодаря тому, что он сам это практиковал. And he came for that purpose. I will come and I will teach by practicing it myself. Он пришел именно ради этого. Он сказал, что я приду и буду своим примером показывать, как это делать. So anyone who saw him, immediately their faith was awakened in bhakti. И каждый, кто видел Господа Чайтанью, сразу же вера в чистой бхакти проявлялась в его сердце. Anyone who saw Lord Nityananda, his method of distributing the holy name, their faith was immediately awakened in bhakti. И каждый, that's accessible. И каждый, кто видел Господа Нитинанду и то, каким образом Господь Нитинанда распространял чистое преданное служение, они получали чистые бхакти. Вот так вот они сделали доступными. Anyways, there's more we can say on that, but I'm limited by time because I also have to leave. Ну, так или иначе, можно очень много об этом говорить, но наше время ограничено, потому что мне тоже нужно уезжать сегодня. But the essence of this verse, Prahlad Maharaj's prayer and Srila Prabhupada's purport, is that if we have faith in the
devotees of the Lord and have faith in the dust of the devotees of the Lord, and we take their shelter of that dust, then we can obtain the same destination as they have obtained. И суть этого стиха, Прабхупада Прахлада Махараджа, комментарий, это то, что если у нас есть твердая вера в вайшнавов, твердая вера в пылистых стоп, если мы будем принимать прибежище у них и следовать их наставлениям, мы сможем обрести то же самое благо, тот же самый уровень служения, который есть у этих вайшнавов. Шрила дал нам очень срочную миссию. Что в этом мире происходит столько много страданий. И он был таким сострадательным, что он очень сильно хотел, чтобы мы помогли уменьшить страдания. Это та миссия, которую он дал нам, которую мы должны следовать. Это та лодка, которую он оставил на нашем берегу, на которую мы можем посесть и пересечь океан материального существа. Это тот пример, которому мы должны следовать. Just like this morning, actually. I'll tell one little short story. Одна коротенькая история, которая произошла сегодня утром. I was reading this verse. Я читал этот стих. And I was meditating on what Prabhupada was saying in the verse. Я медитировал на то, что Прабхупада хотел сказать в этом стихе. And then I picked up my beads and I started chanting japa. Я взял четки и начал читать джапу. And I was walking back and forth in my room, chanting japa. Я ходил по своей комнате, повторяя джапу. And I was also meditating on this verse. И также медитировал этот стих. And all of a sudden a loud thump hit the window. И вдруг что-то очень сильно ударило в окно. And I said, what was that? Я подумал, что такое? And I opened the curtain, I looked. Я открыл занавеску и увидел. And it was a bird. Это была птица. A bird flew right into the glass, the window. Птица, она врезалась в стекло. I guess maybe the curtain was open actually. It must have been open because the bird didn't see. Bird just thought it was air. То есть, скорее всего, занавеска была открыта, не помню точно, но потому что птица, она не видела стекла, она думала, что это просто какое-то там свободное пространство. And the bird hit the window very hard. И она очень сильно ударилась в это стекло. And I just looked down, I saw the bird lying there. Я посмотрел на эту птицу, которая лежала там. And I was thinking, what can I do? Я думал, что я могу поделать? And then I said, well, I guess I can go out and chant for the bird. Я подумал, что, ну, наверное, надо выйти и повторять свои имена для этой птицы. The bird was just lying on the porch, you know, it was still convulsing or something. Она, эта птица, она лежала на полу, она билась в конвульсиях, так вот, содрогалась как бы. So I was thinking of, you know, what Prabhupada, he was compassionate to everybody. Я подумал, что Шрила Прабхупада, он был сострадательным ко всем. So I just bent down and just continued chanting my japa to the bird. Я наклонился к этой птице и начал продолжать повторять джапу для нее. And then one last, and it stopped. И затем последняя конвульсия, она перестала. That's the best I could offer for the bird. I could nothing else I could do. Это было лучшее, что мог предложить этой птице. Ничего другого не мог сделать для нее. That's what Prabhupada would want me to do. Это то, что Прабхупада хотел бы, чтобы я сделал. Not only for the bird, but for all living entities in this world. Не только для птицы, но для всех живых существ этого мира. Ani hani bhutani ganchanti yamalayam. The most amazing thing in this world is that every single day, hundreds of millions of living entities are being sent to the kingdom of death. Yet those who are remaining think that I'll stay here forever. Самая удивительная вещь в этом мире это то, что тысячи миллионов живых существ они попадают в обитель Ямараджа, но те, кто еще до сих пор здесь, они по своей глупости считают, что они будут вечно здесь находиться. Махараджа Тиштир говорит, что может быть более удивительным, чем это? Nothing more amazing than this. Нет ничего более удивительного, чем это. Hundreds and thousands of living entities going to the kingdom of death. And now those who stay, let me try to make a secure situation for myself. Каждый день мы видим, как тысячи и тысячи людей, они отправляются в обитель смерти. Но мы остаемся здесь и считаем то, что мы можем устроиться как-то удобно в этом мире. Therefore we offer our obeisances to Vaishnavas. Поэтому мы кланяемся Вайшнавам. Ванчакалпа турубьясча, крипа синдубе эвача, пати павана павана.
Vaishnava is a very merciful. Vaishnava очень милостивый. They are very filled with compassion for the fallen conditioned souls. Они переполнены состраданием падшим обусловленным душам. If we have the great fortune to have the association of Vaishnavas, we should be very, very eager to take that association. Если нам выпала великая удача общаться с чистыми преданными, нужно изо всех сил стремиться получить такое общение. We should follow their example. Нужно следовать их примеру. So that someday we can become Vaishnavas. Чтобы в один прекрасный день мы тоже стали Вайшнавами. This is what we should be thinking. I want to become a Vaishnava. Это то, как мы должны думать о себе. Я хочу стать Вайшнавом. We should never think, oh, I'm a Vaishnava. Мы должны считать, что я уже Вайшнав. I want to be a Vaishnava. Нет, я хочу стать Вайшнавом. How can I be a Vaishnava? Как я могу стать Вайшнавом? I have to associate with Vaishnavas. Я должен общаться с Вайшнавами. That's how to become Vaishnava. Вот так стать Вайшнавом. Associate with Vaishnavas and remain very greedy for that association. Если я буду общаться с Вайшнавами и быть просто жадным для такого общения, then someday I can become a Vaishnava. Тогда в один прекрасный день я смогу стать Вайшнавом. У меня есть такая вера. Hope against hope. Безнадежная надежда. But I have that hope. Но эта надежда у меня есть. Let me always stay in the association of Vaishnavas. Позвольте мне всегда оставаться в обществе Вайшнавов. This is how pure devotees pray. Это так молятся чистые преданные. Even devotees who are getting benedictions directly from the Lord pray, let me stay in the association of the Vaishnavas. Даже те преданные, которые получают непосредственное общение с Господом и благословение от Него, они просят: Господь, пожалуйста, позволь нам всегда общаться с Твоими чистыми преданными. Because when I'm in the association of Vaishnavas, I have to think about you. Потому что когда я буду оставаться в обществе Вайшнавов, я не смогу не думать о Тебе, Господь. Even though I'm so resistant to thinking about you. Даже хотя мне так трудно, я сам себе враг, я сам сопротивляюсь, потому что думать о тебе. I have to think about you because they're always talking about you. Но мне придется думать о тебе, потому что они всегда говорят только о тебе. That's our hope. И это наша надежда. This is the essence of Prahlad Maharaj's verse. Вот это суть стиха, который сегодня произнес Прахлад Махарадж. I have to end. There's no time for questions. Я должен на этом закончить, у нас нет времени на вопросы. Thank you very much for your association. Спасибо большое за ваше общение. Hare Krishna, Hare Krishna. Дорогі люди, не забувайте, що зараз буде ініціація прямо тут, в Пандалі. Це перше.